Участок по факту 17 соток, а по документам 12. Что делать? На этот вопрос отвечу я, юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. В этой ситуации возможны несколько вариантов. Вариант первый. При уточнении границы площади земельного участка, межевания, площадь участка может увеличиться на предельный минимальный размер, установленный правилами землепользования и застройки ПЗЗ данной территории. При этом общая площадь участка не должна превышать предельного максимального размера, что также установлено правилами ПЗЗ. Если минимальный размер не установлен ПЗЗ, тогда площадь при уточнении может увеличиться не более чем на 10%. На остальную площадь надо сформировать отдельный участок. Вариант 2. Приобретение в собственность. Вариант 3. Оформление участка в долгосрочную аренду. В этом случае стоимость арендной платы небольшая, а при продаже недвижимости, расположенной на арендованном участке, право аренды просто переходит к новому собственнику. Если у вас остались вопросы, пишите в комментарии, я обязательно отвечу на них.